Здравствуйте! Сегодня мы сделаем комплекс, назовем его утренней гимнастикой для тех, у кого есть проблемы со спиной. Комплекс непростой, он рассчитан под тех, кто уже давно занимается и хочет поддерживать свою спину в здоровом состоянии. А начнем мы с положения лежа, как будто мы только-только проснулись. И открыв глаза, мы начинаем. Поехали! Носки на себя от себя. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ноги пошире. Внутрь, наружу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И проворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сгибаем колено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы можете сделать покороче, по пару раз, но главное немножко начать заниматься прямо с самого пробуждения, немножко подвигать ноги, улучшить кровоток. Отлично! Мы встали, умылись и дошли до коврика. Легли на коврик, положили обязательно подушку под голову и поехали, начинаем основной комплекс. Тянем ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Прямая нога вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Отлично. Сгибаем обе ноги. Пошире поставим сразу. На краешке коврика и поехали. Колено правое внутрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сомкнули ноги, развели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обе ноги влево, 1, вправо, 2, не сильно далеко, 3, 4, покачиваем, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Подтягиваем седалищный нерв, немножко потянем. Правая нога. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Ноги немножко пошире. Руки вдоль тела. 10 раз таз наверх. Поехали. 1. 2. 3. И выдох вверх. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ноги пошире. Таз подняли, колени свели, развели, таз опустили. Подняли. Раз, два, опустили. Сделаем 5 раз. Раз, два, опустили. 2. 3. 4. 5. Отлично. Ноги поставили. Дальше нам надо сформировать мышечный корсет. Мы поработаем пресс, косые мышцы, нижнюю часть пресса, верхнюю часть пресса, бока и саму спину. Поехали. Для начала пресс. Верхнюю его часть 30 раз. Вдох, выдох. Раз. Два. Три. Если тут вот у нас должно быть промежуток. 4. Тяжело для шеи, руки придерживают голову. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Небольшой передых. Еще 15 осталось. Поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. 15. Отлично. Помните, поясница должна быть прижата, работает верхняя часть пресса. Можно сделать несколько раз, 3 по 10, либо даже 2 по 10 для начала. Не перетруждайтесь. Отлично. Мы поработали верхнюю часть пресса. Нам нужно теперь косые мышцы. Руки к ушам. И поехали. Мы сделаем 20 и еще 20. Поехали. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично. Немножко уполз. Вернем подушечку под голову. Помните, поясница прижата. Чувствуете косые мышцы. И второй подходик. Приготовились. Руки не за голову. Руки к ушам. Они придерживают только голову. Не тянут руки. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично.
Мы сделали косые мышцы. Немножко передохнули, ногами поболтали, руки вверх потянули. Нижняя часть пресса. Руки под таз. Ноги приподняли. Можно работать по одной ноге, выпрямлять. Но мы сделаем с вами по полной. Обе ноги прямые и работаем вниз. Раз. Два по 15. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Немножко встряхнулись, поболтали ногами. Помните, руки под таз, спину больно не должно быть. Небольшой передых. И поехали, второй подход. Руки под таз, ноги. И один. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Помните про подушечку, чтобы кровь от ног не приливала к голове. Отлично, мы сделали пресс практически полностью. Нам нужно его растянуть. Руки над головой, носки на себя. Тянемся, вытягиваемся. В этот момент можно подушечку в сторону. Тянемся, вытягиваемся. И обе руки вправо. Таз тянем слева. Пресс тянем слева. И обе руки слева. Отлично. Ноги согнули, стопы приподняли. Колени вместе, руки в стороны. И обе ноги влево, а голова вправо. И поддержим 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно даже левой рукой немножко придержать. И обе ноги вправо, голова влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выровнялись. Отлично. Мы сделали пресс, потянули его. Теперь нам нужно бока. Спину здесь. Руку поставили, ногу согнули, спина прямая. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Можно также два подхода, количество раз можете добавлять со временем. Внизу локоть и поднимаемся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Когда вы уже будете более сильными, ноги можно выпрямить и работать с помощью поддержки рука сначала, тоже 10 раз так. Если уж совсем легко, руку на пояс и 10 раз на прямых ногах. Отлично. С одной стороны поворачиваемся. Локоть, нога прямая и 10 раз. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коленки согнули, рука упор и 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Хорошо. И нам надо маленько потянуться. Ногу внизу согнули, вверху прямая, носок на себя, пятку в пол, тянемся. И для лучшего эффекта мы даже добавим подушечку. Ее положим под таз. Внизу рука выпрямляется, нога сгибается, тянемся, растягиваемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Переворачиваемся на другой бок. И сделаем с другой стороны. Тоже под бок. Внизу сгибаем. Вверху выпрямляем. Рука выпрямлена. И тянемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Подушечка нам больше не нужна. Плавно, потихоньку поворачиваемся на живот. Полежим на животе. Сгибаем колени по очереди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сразу обе ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По очереди прямая нога вверх. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. И работаем дальше. Руки перед собой выпрямляем. Правая рука, левая нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И самое сложное. Чуть передохнули. Обе руки, обе ноги. 10 раз вверх. Количество раз потом можно будет увеличить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули. Расслабились. И закончим мы напряжение на спину. Это будет у нас планочка. Локти 90 градусов. Я начну с 10 секунд, но надо дойти будет до минуты. Пальцы на мягком. Встали 90 градусов и напрягли пресс. Поясница должна быть повыше таза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Встали на четвереньки. И тянемся вверх, вниз. Так называемая кошечка-собачка. Я немножко повернусь вот так, полубоком. Это мы уберем туда. Вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вдох. И на выдох. 7, 8, 9, 10. И тянем спину, вытягиваем, тянемся. Выравниваемся. Обе руки справа, ноги пошире. И не опускаемся просто вниз, а тянем левый бок. Опускаем таз к пяткам, тянем левый бок. Выравниваемся. Обе руки слева. Тянем правый бок. Выравниваемся.
правая нога вперед, левая нога назад. И вытягиваемся. Да. И грудь вверх. Немножко правую ногу внутрь. И опускаем таз. Вот эту часть растягиваем, ягодичную мышцу. Выравниваемся. Левую ногу вперед, правую ногу назад. И потянули. Грудь вверх. И ногу раз внутрь. И потихоньку таз вниз. Выравниваемся. Поворачиваемся. Посидим. Сели. Спина прямая. Большущий вдох. И вперед выдох. Фу. Стараемся спину держать прямо. Вдох. К правой ноге выдох. И еще раз вдох. И к левой. Хорошенько постарались потянуться, потянуться. И к другой. И посерединке. Выровнялись. Ноги поуже. Правую ногу согнули. За левую поставили. Левая рука упирается в колено. И смотрим за правое плечо. Подержали. Поменяем. Левую ногу сгибаем. Правая рука упирается в колено. И посмотрели за левое плечо. Подержали. Выровнялись. Сделали большущий вдох. И выдох. Обе руки потянули вперед и себе обязательно похлопали. Начинаем новый день.